Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня продолжим наши видеоуроки и попробуем сегодня сделать розочку из лент. Видим мы, что украсили такой розочкой карандаш. Можем проделать это с ручкой. И сейчас я вам расскажу поэтапно, что и зачем мы делали. Так, берем ленту 5 сантиметров, белую, зеленую, ну это два основных цвета, зеленый и основной. Розочку можете выбрать любого цвета, у меня белая, так как лента была только белая у меня дома, поэтому будем делать из белой. Понадобится еще линейка, зажигалка или спички. Нам нужно нарезать отрезки 11-12 сантиметров, или 11, или 12. На розочку, на саму розочку мы нарезали 12 сантиметров. Я уже их шила, поэтому сейчас вам только покажу, сколько их. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 у нас листиков на розочку. И я взяла 5 зелененьких листиков. Это на основании, на чашелистик, скажем так. Вот у нас чашелистик. 5. Так. Сейчас я покажу вам, как сшивать наши листики. Я уже белые сшила, поэтому показываю на зеленых, чтобы зря время не тратить. И скажу вам, что я сейчас буду сшивать полностью все 5 штук, так как это у нас чашелистик. Но видите, мы прошивали белые листики по отдельности. Вводим иглу вперед, шов вперед иголкой, и немножко стягиваем. Они могут получиться не одинаковые, ну примерно, сейчас скажу вам, сколько должно быть. 5 сантиметров вот длина нити, должна быть 5 сантиметров. Ну, давайте начнем, покажем, показывать буду зелененькой. Вот вводим нить, и вперед иголкой мы начинаем шагать вперед. Видите, шагаем. Так, это лицевая сторона, это изнаночная. Мы шагаем вот так вот вперед. Вот смотрите, если бы это у нас был белый листик, вот мы немножко подтянули, видите, мы немножко подтянули, и сделаем мы здесь узелок. Но так как нам нужна цельная зеленая, поэтому мы оставляем на нити и следующую пришиваем. Должна она у нас получиться рядышком. Все должны получиться рядышком. Также лицевая, изнаночная. Видите, 2, 3, шов вперед иголкой. Вот видим уже 3. Видите? Сейчас 4. Еще 4. Изнаночная сторона у нас внизу, так как
лицевая глянцевая сторона. Вот, видим, уже три. И последний. Последний делаем вот так. Вот. Последний. Так, смотрите, что у нас получилось. Вот видите, мы стянули. Делаем так, что у нас получится все эти концы, они у нас некрасивые. Мы стягиваем так, чтобы они у нас остались на изнаночной стороне. Вот смотрите, мы пропускаем сюда в первый, примерно так, чтобы затянуть. Вот видите, у нас тут расстояние. Берем следующую ручку или карандаш, вставляем и затягиваем. Только потом, как мы затянули, делаем узелок. Это чтобы размер был подходящий под ручку или под карандаш. Делаем узелочек. Все, вот видите, у нас получились 5 зеленых листика. Вот они у нас, 5 зеленых листика. Приступаем к сборке нашего с вами цветочка. Я буду пользоваться клеем пистолетом, поэтому осторожнее. Видите, краешек. На краешек капнули клей, приклеили лепесток к лепестку. Смотрите, лицевая сторона, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Смотрите. Дальше приступаем. Капаем клей. Приклеиваем. Видите, лицевая, изнаночная. Видите? Глянцевая. Тут у нас не глянцевая. Смотрите, для удобства у вас сборка, пусть она будет вот в середине цветочка. В середине лепесточка. Так, вот продолжаем. Склеиваем наш с вами лепесточки. Осторожно, клей очень горячий. Неудобно. Поэтому краешки у нас к краешку. Вот, неправильно приклеила. Вот так, наоборот. Вот. Сборка пусть у нас будет в серединке. Вы можете регулировать нить. Вот так. Так, еще не приклеился, горячий. Вот смотрите, получается такая длинная-длинная лента из лепесточков. Нужно приклеить все лепестки, все. Осторожненько. Не обожгитесь. Аккуратненько. Вот так. Продолжаем. Все 15 лепесточков нам нужно приклеить. Все 12 штук. Потихонечку. Аккуратненько. Все 12 лепестков. Так, хорошо, берем ручку. Будем, как говорится, использовать все, что первое было под рукой. Так как я не на работе, весь материал на работе, поэтому видеоуроки приходится делать из того, что есть под рукой. Из-за этого карантина занятия. Так что продолжаем.
Так, вот смотрите, мы склеили вот наша с вами лента. Видите? Берем ручку, обычную ручку. Вот смотрите, раскручивается она снизу. Вот. Поэтому берем такую ручку. Если бы она раскручивалась вверху, мы бы ее, конечно, не взяли, она была бы неудобная. Так, вот и начинаем. Наносим клей и скручиваем, приклеиваем на нашу с вами ручечку эту всю полосочку. Аккуратненько пальчиками. Только не обожгитесь, пожалуйста. Я вас прошу, будьте осторожны, потому что это чревато ожогами. Аккуратно, если вы, мои дорогие детки, не можете сами, попросите мам. Старших сестер, ну, бабушек, чтобы вам помогли. Чтобы кто-то из взрослых хотя бы побыл с вами рядом. Если бы мы делали это на занятиях, конечно, я бы была рядом, я бы вам помогла. Поэтому очень тяжело проводить мастер-классы, не помогая вам. Это не вокал, это не танцы, это декоративно-прикладное искусство. Поэтому видеоуроки такого плана очень неудобны. Поэтому, дорогие мои, придумала самый простой, надеюсь, для вас видеоурок. Будет полезен. Такой розочкой можно украсить любой подарок, любую заколку, все что угодно. Можно не на ручку, на карандаш, на фломастер, на кисточку. Или даже можно это сделать на шпажку, на зубочистку, потом срезать и приклеить, да даже на пенал, на шкатулку, куда еще, да на любой подарок, оформить какой-нибудь подарок и на подарок приклеить. Наносим клей. Осторожно, аккуратненько. Только не обожгитесь, пожалуйста. Можете сделать меньше листиков. Будет как будто бы маленький бутончик. Вот, видите, что у нас получилось. Теперь нам нужно, чтобы она немножко подсохла, потому что она еще горячая. Сейчас подождем. Так, теперь нужно надеть наш с вами зеленый чешелистик. И делаем так. Нужно налить клей, выдавить вот у основания чешелистика. Потом пододвигаем сюда и приклеиваем. Вот, смотрите, какой цветочек у нас получился. За счет того, что у нас длинные лепесточки, мы, видите, мы здесь все приклеили, закрыли, у нас ничего не видно. Вот такая розочка у нас получилась. Сейчас немножко еще застынет, я лепестки расправлю, потому что еще горячая, я боюсь тревожить наш цветочек. А так, смотрите, какая прелесть. Можно украсить стразинками, можно украсить бусинками, как я люблю. Так как у нас кружок бусинка, поэтому можно украсить бусинками, стержень также стразинками. Она легкая, он не такой тяжелый, поэтому даже можно писать. Очень замечательный подарок на любой праздник. Так что, девочки мои, берите на заметку. Очень всех люблю, целую. Встретимся на следующем видеоуроке.